Чтобы приготовить судак по-русски, подготовьте молочный соус. Растопив сливочное масло, добавьте муку и, помешивая, влейте молоко. Продолжайте перемешивать до получения густой массы. На пергаментную бумагу выложите нарезанный отварной картофель, лук-порей, залейте готовым соусом, выложите рыбу, подсолив и поперчив, сбрызните соком лимона. Добавьте немного белого сухого вина, свернув конверт, отправьте в духовку.